Так. Вот это надо еще сегодня все подписать. Так, ребят, ждем, пока все подключаются. Единственная хорошая новость, смотрите, как много открыток пришло от детей со всей страны. Школа, есть какие-то предприятия. Очень много трогательных рисунков, игрушек. Ну, значит, прошлый год не просто так прожил. Так, сети у нас так, 100, 200, 250 человек. Ребят, короче, всем еще раз привет. Знаю, что обещал в 9 часов выйти в эфир, как бы выхожу. Коротко вам сейчас в двух словах скажу, потом разберусь позже, плюс сейчас смотрим. Политику, мораль, кто смотрит, там профузимику, бокса. Дечь, самые важные моменты, остальное, я думаю, обсудим в 10. Короче, на сегодня Лупу, Гимпу и прочие товарищи политбюро, значит, пришли на консультацию к Тимовче с одной единственной кандидатурой. Этой кандидатурой является Владимир Плохотнюк. Других кандидатов нет. Значит, Тимовче, блин, ну вы все знаете, как я к нему отношусь, так же, как и вы, но Тимовче сказал, ну... Это уже интересно. Значит, в то же самое время Демпартия, хотя они вышли, вы видели, там заявляли о том, что создано большинство и президенту, там они все сказали, но никто не сказал из них о том, что они предложили одну единственную кандидатуру Плохотнюка. Ну, в принципе, это было все понятно. Тимовте сказал, не идите думайте, значит, демократы, чтобы как-то усилить давление на Тимовте, значит, в 10 утра в среду они созывают, ну не созывают, они привозят людей со всей их страны, все подконтрольные, там Red Nord, Чед Nord, Телекомы, Молдова Газ и так далее, людей привозят на работу, тем, кто привезет с собой соседа, друга, значит, там еще там какие-то лей обещают. И, в общем, эти десятки тысяч людей должны кричать «Браво, партийду демократ! Двар Плохотнюк, Васалва, Молдова!» Дуар у интеграры Европяны Шашама Департ. То есть, короче, хотят нам устроить шоу на среду. Платформа, я так понял, смотрел, что журнал выходит в 10 утра, завтра и начинают уже бойкотировать. Значит, я жду еще определенную информацию. Короче, Тимати у нас держится солдатиками, это уже радует в этой ситуации. Поэтому давайте все остальное обсудим в 22.00, заодно отвечу на ваши вопросы, пишите свои предложения. Короче, ребят, в общем, выходим на связь в 22.00. Как раз я разберусь с почтой, посмотрю политику, посмотрю профунзим, я все равно еще на работе. И после этого мы с вами обо всем поговорим, ладно? Так, да, сегодня больше. Кого-то там связь не устраивает. Окей, ребят, все, в 22.00 выходим и на связи продолжаем беседу хоть до глубокой ночи. Сейчас нужно тут закругляться. Окей? Все, давайте, на связи. Спасибо, всего правильного.